Маракуйя, Колумбия, Фихуа, Нидерланды, Кибано, Италия. Бананы-то будут? Наверное. Просто дело в том, что цены чтобы повысить. Цены повысить? Наверное, так. Ну, пока нам ничего такого не говорили, так что я не могу вам подсказать. А что, сыров сейчас не будет? Вот говорят, из-за санкций там какая-то история. Ну, пока они есть, то, что в наличии, то, что еще у поставщиков осталось, будут привозить. Вот так, когда закончится, то есть будут наши российские временные. Смотря сколько санкций продажи. А с плесенью мы больше не увидим? Ну, пока есть. Вот. Пока поставщики смогут привозить, то, что у них на остатках есть. То есть то, что на складе будет распределяться. То есть надо быстрее покупать или что? Да, пока есть возможность. Мы очень надеемся, что все-таки как-то обойдется там. На пару недель только, может, хватит. А говорят, что цены повысят. Нет? Нет, пока у нас такого не было информации. Понятно. Ладно. А смысл повышать-то? Чтобы все умерло? Чтобы никто не покупал ничего? Вот лосось тихоокеанский, кита. Только вот такая вот здесь. Только лишь. Польскую продукцию уже все, продукты запретили. А, вот она рыба. Вот она рыба-то, семушка. Все из России.